Всем огромнейший привет! Рада вас очень видеть на своем канале. Скоро уже будет 6000 подписчиков, конечно же, это не может меня не радовать. Спасибо, что подписываетесь, ставите лайки, пишите комментарии, смотрите меня. Мне, конечно, безумно это приятно. Сегодня хочу затронуть такую немаловажную тему в период летних отпусков. Это стоимость аренды в городе Сочи, потому что на сегодняшний день я бы сказала, что это можно охарактеризовать как то, что люди действительно сошли с ума. То есть цены на аренду просто космические. И уже очень много жалоб от предпринимателей о том, что они не могут найти сотрудников, так скажем, среднего звена, да, потому что аренду подняли так, что просто люди все разъехались и некому работать. Для примера вам могу сказать, я сегодня буду говорить о длительной аренде, то есть не о посуточной аренде, да, то есть для примера в жилом комплексе раз, два, три у нас стоимость аренды была от 27 до 40 тысяч, сейчас ее подняли от 40 до 60, это за однокомнатную квартиру в доме комфорт класса, даже, ну, что-то среднее, наверное, между комфортом и экономом. Недавно к нам тоже в агентство обратились собственники двухкомнатной квартиры на улице Воровского. Сначала они озвучили цену, что они хотят 150, потом подняли цену до 200. Ну, в общем, творится вообще какое-то просто, на мой взгляд, не знаю, неадекватное соотношение цена-качество. Я вот не знаю, что происходит и как долго вообще это продлится. То есть минимальная стоимость длительной аренды, которую вот сейчас я проанализировала, да, поспрашивала своих знакомых, кто там где живет, это 17 тысяч рублей, это комната на окраине города Сочи, 17. То есть раньше можно было снять ее за 10. Также не забывайте, что коммунальные платежи у нас оплачиваются отдельно, плюс собственники очень часто еще берут депозит. Поэтому, если вы планируете переезжать в город Сочи на постоянное проживание, то сейчас я вам точно не рекомендую это делать. Сделайте это хотя бы, ну, не раньше, чем 1 октября, потому что, как правило, 1 сентября у нас, так скажем, основной высокий сезон заканчивается. Все уезжают в основном, кто в школу, кто в университет, кто возвращается к работе. И, конечно же, уже первая волна схлынет. И в сентябре уже освободится много квартир, и цены, я надеюсь, придут хотя бы примерно к такому уровню, как они были до этого. Вот такое вот мое мнение, поэтому имейте в виду, что сейчас меньше, чем за 50 тысяч, более-менее даже какое-то. Причем даже те арендаторы, которые жили, допустим, по старой цене, у них была договоренность, да, допустим, они жили за 30 тысяч, сейчас им подняли до 45. И подняли не просто на летний период, а подняли, то есть подняли и на летний период, и в дальнейшем тоже за аренду придется платить дороже. Ну и, соответственно, конечно же, аренда дорожает, и дорожает потихоньку все вокруг. Цены очень высокие в Сочи. Вот просто обращаю внимание сейчас, потому что езжу каждые выходные в Абхазию, да, и как бы просто вот, ну, это очень резко заметно, особенно меня немного даже возмутило, да, почему на нашей же заправке Роснефть в соседней стране у нас стоимость бензина на 5 рублей за каждый литр дешевле. Так что Сочи у нас город дорогой всегда был, но сейчас уже прям бьет все рекорды. Причем холодно очень, вот сегодня опять у нас плюс 20, капает дождь, то есть никакого тебе отдыха, никакого тебе моря, только... Не хочется ругаться. Конские цены, в общем, на все. Так что имейте это в виду, если приедете к нам отдыхать. Если хотите бюджетно отдохнуть, я бы, наверное, вам рекомендовала в Абхазию все-таки поехать. Там достаточно неплохо сейчас все развивается. И тоже уже красивые набережные, и хорошие отели есть. Понятно, что, конечно, все, что хорошее, оно тоже стоит не так прям дешево, как хотелось бы. Ну, процентов на 30, что-то даже на 40, на 50% дешевле, чем, допустим, у нас в Сочи. Надеюсь, видео было полезным. Если понравилось, ставьте лайк, пишите комментарии, делитесь со своими друзьями. Ну, а я, конечно, всем своим друзьям и знакомым, и подписчикам, подружкам, которые совсем про меня забыли, тоже все в работе, в суете. В общем, всех рада была видеть. Всем желаю отличного, позитивного настроения, несмотря на плохую погоду и высокие цены. Всем хорошего дня. Увидимся в новых видео.